Короче Ньюс. С вами Слиса Воробец и новости со всего мира. Это орангутан Рэмбо. Он живет в Дубае. Смышленый примат живет в частном зверинце. Хозяева постоянно подкидывают новые развлечения. То дадут покататься на скейтборде, то сводят позагорать на пляже, то на музыкальных инструментах предложат поиграть. Теперь вот подрабатывает таксистом в местном гольф-клубе. Парень решил проверить, насколько грязные сушилки для рук в общественных местах. Эксперимент показал, что в сушилке находится намного больше микробов, чем в окружающем его пространстве, и безопаснее будет посушить руки, просто махая ими в воздухе. Инженер придумал ручку, способную сканировать и писать любым цветом. Можно скопировать цвет любого предмета с помощью встроенного сенсора, а гаджет смешает чернила в нужных пропорциях. В Чечне засняли свадебный кортеж, состоящий из машин общей стоимостью более 1 000 000 000 рублей. Очевидцы насчитали в кортеже 14 Rolls-Royce и множество других премиальных иномарок, чья это свадьба не уточняется. По сети разлетелось видео кошачьей гусеницы, которая ползет по стеклу машины. Несмотря на свой вид, пушистая гусеница очень ядовитая и опасная. Боль от ее укуса сравнивают с болью от перелома руки. Уличный кот помог женщине достать ключи, которые провалились в дыру в бетоне. Безуспешными попытками подцепить связку заинтересовался бродячий кот. И через несколько попыток лапкой достал ключи. Теперь, судя по всему, у кота есть дом. Американские грабители ходят по магазинам с калькуляторами. В Штатах легализовали кражи до 1000 долларов. Теперь тот, кто украл на меньшую сумму, не может быть отправлен в тюрьму. Максимум штраф. Охрана даже не пытается препятствовать. В Перу река Куско окрасилась в кровавый цвет из-за сильных дождей. Секрет в том, что песчаник содержит оксид железа. Когда идет дождь, эта порода разрушается и попадает в русло реки, придавая ей красноватый оттенок. Американец научился выпускать паутину из руки, как человек-паук. Изобретателю удалось поднять несколько пустых бутылок и даже одну полную. Для создания нитей используют жидкость, состав которой никому не рассказывает. Пьяный Citroën засветился в Швейцарии на слете автовладельцев. За 40 лет Citroën выпустил 9 миллионов таких машин, но этот водитель удивил всех. Машина как будто вот-вот развалится, но это специально так и задумано. Пассажирская дверь открывается вместе с дворником, колеса все в разные стороны, но главное, машина все равно едет. Новую популярность спустя 10 лет получили соревнования белок на водных лыжах. Грызуны в спасательных жилетах на водных лыжах, прицепленных к игрушечному катеру на радиоуправлении, бороздят просторы надувного бассейна. Это выглядит одновременно и странно, и очень мило. Razer представила мышку из золота Wipe Signature Mini. Ее сделали лишь в одном экземпляре. Цену не назвали, лишь сказали, что это очень и очень большая сумма. В Китае летающий автомобиль совершил первый полет в городе. Электромобиль Xpeng X2 весом 680 кг перелетел через реку в черте города Чанше, преодолев 1,5 км за 4 минуты. Машина несет груз до 160 кг и пока может быть в воздухе всего 25 минут до перезарядки батареи. Другие автопроизводители Китая уже включились в гонку производства летающих авто. На сегодня это все новости. До встречи на следующей неделе!